Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым випуску. Украинский вектор. Сегодня у Гомеля обмерковываются перспективы экономичного сотрудничества с соседней страны. Здоровье – высшая каштовность. Сегодня на посяджении Гомельского гарвыканкама разгледжены стан физкультурно-оздоровленчей работы. Креативный день студента. Кто из представников ВНУ региона сёлета признаны лепшим, доведаліся наши корреспонденты. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Беларусь открывая новую сторонку относин с Германией, накированную у лепший бок. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с вице-канцлером, федеральным министром замежных справ ФРГ Зигмаром Габриэлем. Керовник державы выказал слово удяшности германскому боку за штогодовую допомогу о оздоровлении белорусских детей с потерпелых от аварии на ЧАЭС территории. А кроме того, он отзначил технологичную поддержку, что оказывается белорусской экономице. Амаль весь импорт с Германии – это высокотехнологичное обсталявание, технологии, заважил Александр Лукашенко. Мы вельми хотели бы, каб гэты позитивный процесс мел дальнейший протяг на больш высоким экономичным узровне, подкреслил президент. Керавник державы пропоновал германскому боку звернуть увагу на индустриальный парк «Великий камень», где створены самые льготные умовы для инвесторов. Проект реализованы с уликом сусветного опыта. А у Гомеля сегодня мерковывают перспективы экономичного сотрудничества с Украиной. Надзвычайный полномочный посол Украины у Беларуси Игорь Кизим сегодня наведывая наш регион. У программе визит на шерех предприемств и встреча с представниками органов улады и деловых колов. Сярод первых наведанных предприемств – акционерное товариство «Гомсельмаш». По выниках минулого года на его приходилися 4% от агульного внешнегандлевого оборота Гомельской области с Украиной. Пока нельга назвать поспяховым и гэты год, у соседнюю Украину поставлено усяго каля 90 машинокомплектов и один комбайн. Поширать сувязи плануется у Тымлику про створение суместных вытворчеств по сборце техники по лесе. На сегодняшний день в Украине приняты два постановления кабинета. Кабинета министров, это 130-е, 369-е о финансировании закупок сельхозтехники отечественного производства. Там достаточно жесткие требования локализации. Должна быть локализация украинская составляющая не менее 35%, тогда предоставляется данная финансовая поддержка. В настоящее время мы ведем переговоры с Херсонским машиностроительным заводом для организации совместного производства там. Сегодня у нас есть совместное производство в Николаеве, но пока такой уровень локализации еще не достигнут. Завтра пройдут черговые прямые линии мясцовых органов улады. 18 листопада на питание жыхароў региона откажет наместник старшини Гомельского облвыканкама Владимир Александрович Привалов. Звернуться до яго можно с 9 до 12 годин по номеру 33 12 37. У гэты час на сувязь выйдет первый наместник старшини гарвыканкама Александр Иванович Сиваков. Номер телефона 33 09 59. Притягнение населения до занятков физической культурой, загрузка спортивных объектов и уведение у штат предприемства посады инструктора-методиста. На сегодняшнем посяджении Гомельского гарвыканкама разгледжены стан физкультурно-оздоровленчей работы у организации города. Коли мерковать по официальных справоздачах предприемства, то физкультурой и спортом занимается каждый третий работник. У целом по городе прихильником здорового ладу життя является каждый пятый гомельчанин. И такая статистика, что год в областном центре проводится больше, как 300 спортивных мероприемств. Разом с тем, на посяджении гарвыканкама означается, узровень и якость проводимой работы напрямую залежать от наявности квалификованных кадров. У связи с этим особливую актуальность набывая уведение у штатный расклад посад инструкторов-методистов. Сегодня на многих предприемствах спортивно-массовой работой занимаются профсоюзные комитеты, тена в уголе проводится на доброохотных початках. Сярод причин такой ситуации – невеликие зарплаты инструкторов при обовязковой наявности у их высшейшей эдукации. А прача того, пропонуется повялишить загрузку ведомостных спортивных объектов про заказание платных послуг насельництву. У тым лику – предоставление часу для занятка у работникам инших предприемств. У нас есть отдельные предприятия и организации, которые имеют достаточно хорошую спортивную базу. Если посмотреть по статистическим данным, то загрузка спортивных объектов предприятий и организаций составляет по графику
графиком работы 55%. Так что у многих предприятий и организаций сегодня есть возможность предоставлять спортивную базу для занятий физической культурой и спортом жителям нашего города. Малорухомы лад життя – одна з причин узнікнення сердечно-сосудистых захворюваний. Про то, як заховать здоровье серца, поді розмова сьогодні у програмі «Діалог». На питання откаже головний врач Гомельського обласного клінічного кардіологічного центру Вольга Лях. Глядіть «Діалог» у прямому ефірі на телеканалі «Білорусь-4» сьогодні у 19:20. Номер телефона у студії 34-00-43. Як управлять конфліктами і що таке етика у предпримальницькій діяльності? Об гэтым розважали на семінари-тренінгу у Гомельському державному технічному університеті ім. Сухога. Сустреча стала одним з мероприємств, які ладяться у межах Сусветного тидня предпримальництва. Тема семінара одразу зацікавила його удільників. Менавіта від сумленності, поваги до людей і закону у многім залежить поспіх бізнесу. Присутні, а гэта люди, які знаходяться у пошуку праці альбо плануюць адкрыць уласную справу, атрымалі шмат карыснай інфармацыі. Даведаліся, як правільна паводзіць сябе ў напружаных канфліктных сітуацыях і вырашаць дзелавыя спрэшкі канструктыўна. Зразумелі, што для выйсця з непрыемных сітуацый ёсць мноства эфектыўных магчымасцяў, якія зэканомяць нервы і не сапсуюць рэпутацыю. Паразмаўлялі і аб тым, як правільна выслухаць прэтэнзіі і скаргі кліентаў альбо пакупнікоў. Ці, напрыклад, як выказаць незадавальненне партнёру, з якім склалі сябровские отношения. Бизнес, знак равенства, это и есть психология. Почему? Потому что все построено на чем? На коммуникациях. Если ты успешен как коммуникатор, если ты умеешь общаться с другими людьми, знаешь психологию людскую, да, то это уже 50% успеха. Что такое конфликт? Это противостояние, это есть некое противоречие, да, между, например, там, клиент и покупатель, вернее, продавец, да, там, наниматель и работник. То есть ребята, придя в бизнес, обязательно столкнутся с этими ситуациями. И мы по возможности делаем им такую страховочку. Вот мы их просто обучаем. Да и закликая водителя уключить 19 листопада близкое светло фар и ушановать память загинувших у ДТЗ. Гэтая традиционная акция пройдет у регионе под назвой «Миллион огнев за миллионы жителей». 19 листопада – сусветный день памяти ахвяр ДТЗ. По прогнозах Сусветной организации аховы здоровья, до 2020 года травматизм у вынику дорожных аварий может стать третьей основной причиной калецтва и гибели людей. Семінар па пытаннях прававой асветы дзяцей і падлетка ў рамках праграмы ўдзелу ЮНЕСКА прайшоў у абласной бібліятэцы імя Леніна. У ім прынялі ўдзел спецыялісты ўстанова адукацыі, гарадскога цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва і ўправлення ўнутраных спраў Гомельскага аблвыканкама. Арганізатар мерапрыемства – Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь, азнаёміў удзельнікаў з дзяржаўнымі рэсурсамі і цэнтрамі доступу да прававой інфармацыі. Слухачам таксама представили дитячий правовий сайт, один у Республіці Білорусі, країнах СНД спеціалізований ресурс, який змішає інформацію об правах і обов'язках неповнолітніх, захованні їх безпеки і психологічної допомозі. Тут так само шмат іншої корисної інформації, написаної у адаптованій для дітей формі. Этот ресурс рассчитан на дітей і подростків від 6 до 16 років. Дети на детском правовом сайте в игровой форме формируют навыки правового правомерного поведения. То есть, играя, они изучают право, изучают, рассматривают различные ситуации и пути выхода из сложных житейских ситуаций. Сайт очень содержательный, находится по адресу в сети интернет «Мир право бай». Это абсолютно бесплатный ресурс и безопасный ресурс. Сьогодні у рамках обласних пакроўскіх чытанняў адбылося пасяджэнне калегіі інфармацыйнага аддзела Гомельскай епархіі. Тэма – узаемадзеянне царквы і сродкаў масавай інфармацыі. На думку ўдзельнікаў пасяджэння, духовнае жыццё і дзейнасць свяшэннаслужыцеляў, асабліва па маральным выхаванні моладзі, недастаткова асвятляецца раённымі СМІ. Супрацоўніцтва трэба ўдасканальваць. Пры гэтым журналісты павінны не проста звяртаць больш увагі да гэтай тэмы, але і падаваць інфармацыю насельніцтву
насельніцтву максимально доступна и зрозумела. У якості становчих прикладов приводится взаимодействие Гомельской епархии и телерадиокомпании «Гомель». Так само подчас посяджения отбылося подписание двух погоднений об супрацовництве епархии и городских СМИ. И неспроста тема сегодняшних чтений – это нравственное будущее нашей страны, нашего общества, нашего государства. И наша цель вместе, сотрудничая, достигать именно этой нравственности, нравственности среди людей, среди молодежи. Сегодня означается Международный день студента. На Гомельщине студентский билет мают больше, как 33 тысячи человек. На передании свята вызначили лепшего студента региона. За напруженной боротьбой под час областного этапа конкурса «Студент года 2017» сочила наш корреспондент Ганна Каральчук. За право представить регион у финале республиканского конкурса сегодня на сцене змагаются 6 студентов. Это переможцы отборочных этапов, которые уже прошли у каждой ВНУ в области. Речи, сёлета усе конкурсанты мают средний балл поспяховости выше за 9. Яны удельники навуковых конференций, спортивных споборництв и ведут активную громадскую деятельность. Организатор регионального этапа конкурса – Гомельский областный комитет БРСМ. Видовищное шоу ладилось при поддержке Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди облвыконкама. Лепшие студенты нашего региона демонстрировали свои творческие здольности и лидерские якости у 5 турах. Так, еще до финалу каждый удельник подрыхтовал для жюри портфолио своих достижений, а так само видеоролики самопрезентации, которые разместили в социальных сетках. Я занимаюсь научной деятельностью, корреспондент газеты «Сушка» нашей университетской. Также я занимаюсь модельным фитнесом в нашей спортивной секции, участвую в мероприятиях различных в качестве ведущей, танцую, пою и так далее. Первым выпробованием на сцене стала визитовка под названием «Я студент своей Украины». Миколай Литовкин, представник ГДУ имя Франциска Скорины, выступил в стиле рэп. Здесь не будет Андрей, мы уходим отрыв, ну а сейчас самый вкусный отрывок. Студент года – это то, чего не хватало, ведь в прошлом я лучший абитуриент портала. Свою эрудицию молодые люди проявили у интеллектуальном конкурсе, где отказывали на питания, какие тычутся истории нашей страны и биографии ведомых белорусов. А пошний творческий конкурс все лето назывался «Беларусь – крыница натхнения» и повинен был адлюстровать национальную тематику. Не меньшая отказность подчас конкурса у членов жюри. 6 представников студентской молоди Гомельщины им потребно выбрать только одного, наилепшего. И самое главное, каждый из конкурсов позволяет раскрыть все грани этих студентов. Не только его интеллектуальные возможности, но еще и творчество, что немаловажно. Это, наверное, две составляющие, которые позволят сегодня выиграть. По выниках усіх конкурсных выпробаванняў ганаровое звание «Студент года 2017» завоевал студент филологичного факультета Мазырского державного педагогичного университета имя Шамякина Ян Ковалёв. 8 снежня он представит нашу область на финале у Минску. Я, конечно, объективно оценивал, но как-то... Ну, я не думал просто, что это вот реально может произойти. Хотя, конечно, была вера к победе, была воля к победе, но такого исхода нам за кулисами всегда говорили, что все будет очень неожиданно, так и случилось. Вот поэтому чистый шок и огромное удивление. Ну и огромная благодарность, конечно, всем. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля отбылся концерт популярного белорусского эстрадного выканаўцы Руслана Ляхно. Он выступил с новой программой «Я подару тебе каханне». Живая музыка и обновленный репертуар. У новую сольную программу Руслана Ляхно вошли как ведомые песни, так новые, у тым лику, композиции на итальянской и испанской мовах. Ширость, артистизм и элегантность выканания выкликали овации глядачов. Руслана Ляхно давно и трывало занял место на музычном олимпе. Он переможца конкурсу «Народный артист», удельник Евробачения 2008, уладальник ордена за уклад у развитие культуры России и шматликих інших узнагород, якія подтверждают любовь глядачов и высокую оценку профессионалов. Нашей здымочной группе артист открыл секрет своего творчего поспеху и дал параду юным талентам. Главное, помимо таланта, помимо
какой-то веры в свои силы и всех людей, кто с тобой работает, нужно еще получать опыт, а опыт достигается путем преодоления каких-то сложностей во время конкурсных каких-то событий. Потому что каждый конкурс несет в себе силу. Силу, потому что ты проходишь очень много разных ситуаций, которые помогают тебе в этой профессии. Где-то ты можешь выйти победителем, где-то ты можешь проиграть. Собственно говоря, это и есть такая закалка характера как артиста в первую очередь. Гэтыя іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту пазнаёміць Максім Савін.